Дело скандального экс-министра экологии времен Януковича Николая Злачевского разваливается в судах. Высший админсуд отказал антикоррупционной прокуратуре, где намеревались аннулировать лицензии компаниям Злачевского на добычу газа. В свое время бывший министр выдал эти разрешения своим же предприятиям. По закону Злачевский должен был это согласовать с местными облсоветами. В суде вернули дело о коррупции, потому что прокуратура просрочила время подачи иска. Не було дозволів місцевих громад на видобуток цих ліцензій. Ліцензії були отримані в порушення процедури. Це факт. Чому держава в особі антикорупційних прокурорів не змогла професійно відстояти свої інтереси? Це питання до антикорупційних прокурорів. Держава втратила можливість повернути кілька родовищ. В антикоррупционной прокуратуре от комментариев сегодня отказались. Мы также обратились в НАБУ с запросом, есть ли результаты расследования по другим уголовным делам против Злачевского. Ждем ответа. Напомню, в 2014-м в отношении экс-министра открыли уголовное дело о незаконном обогащении. Злачевского объявили в розыск, однако позже статью сменили на более мягкую. Подозрения с бывшего чиновника сняли, а его компания просто уплатила 180 миллионов гривен налогов. И в январе ГПУ закрыла все уголовное производство против Злачевского.